Всем привет! Это второй видос про барахолку и заработок на eBay. Сейчас пойду опять же по антикварным магазинам искать что-то ценное, что можно перепродать. Так что погнали искать сокровища вместе. Взял вот такие вот винтажные бусики за 10 евро. В продаже такие от 20 до 90. Поставлю от 20 на аукцион. Посмотрим, за сколько продастся. Thank you.
жалко, что у него клюва нету. Взял вот такую вот пару серебряных брошек по 18 евро за штуку. Данная брошь с аметистом, 835 проба, ну, будут проданы по 50 долларов минимум. Также взял вот такую вот игрушку Стив, фирмы Стив, медведь за 10 евро. В продаже такие от 30 долларов и до 300 долларов, поэтому посмотрим, за сколько мы продадим. Ну, очень интересный винтажный мишка. Так что так. Взял вот такого вот медведя, тоже стейф, за 35 евро. Сколько он стоит, вы видите на экране. Так что это просто шикарнейшая находка. Также взял вот такой вот стакан, раскладываемый. Также взял вот такой вот стакан. Не знаю, серебро нет. Похоже, конечно, на посеребрение и все. Но посмотрим. Где-то 30-е года за 5 евро. Ну, медведь, конечно, просто бомба. Вот взял вот такие вот бусы, похоже то ли на камень какой-то, то ли на ракушку, не знаю, ну за евро взял, за 10 выставлю, почему бы нет. И вот такая вот таблетница, тоже взял за евро, за 15-20 будет продано. По поводу продажи лотов с прошлого видео, есть уже покупочки. Купили брошку Флоренза за 18.70 плюс 9 долларов доставка и брошку цветочек фирмы LC за 7 долларов и 9 долларов доставка. В принципе, доставка обойдется где-то в 3-5 долларов, поэтому еще плюс пару баксов с доставки заработал. Когда будут новые продажи, обязательно покажу в следующем видео. Ну что, друзья, вот такой вот видос получился. Обязательно пишите в комментариях, как вам находки. А в следующем видео я поеду на самую крупную барахолку в Германии и обязательно покажу, на чем там можно будет заработать. Так что до встречи!